Наконец-то много знал, выпустил альбом. Прошлая работа мне очень понравилась, имеется в виду альбом. Ну и песни, конечно же, синглы, которые выходили. Но тут, кстати, нету. Тут только, по-моему, антигерой, а Дов нету. Ну ладно. Давайте заценим. Это прослушка. Да, это прослушка. Слушаем новый альбом «Много знал». Поехали. Сразу первый трек. Я надеюсь, я по порядку. Тут у меня все с Яф, с елкой. Очень круто. Очень рад за елку, что ее проект интересен рэперам. Красивый голос. Так. Довольно странное интро. Не хватило мне елки и много знал. Ну окей. Так, антигерой. Многие сейчас задаются вопросом, как весело проводить время, не выходя из... Смотреть, записывать видосы, монтировать все это дело. Вообще такое веселье, пипец. Так, антигерой, мы смотрели клип. Можете поискать. Дуга. Нравится бит. И я очень рад слушать его. Так, надо тексты, наверное, открыть на всякий случай. Так. Сейчас. Оказывается, в первом треке отсылка к клипам «Много знал». Вот этим двоим, ну то есть к нему и персонажу с обложки, как они в клипе ЗПМ там, в общем, устроили дичь, и как и этот УАЗ в клипе -40. Короче, прикольно, прикольно. Вот, по поводу дуги, я еще не успел текст прочитать, ну, обязательно прочитаю, короче, но так мне, в принципе, вкатило, чувствуется атмосфера «Много знала», Максима. Короче, круто. Давайте идем дальше, короче, «Ветрам». Всем не угодишь. Нужно быть собой просто и все. Мне нравятся эти напевы и это пиано. И бит такой более танцевальный. Неплохо, неплохо. Так, много лиц. Такое более попсовое звучание. Удивил, конечно, припевом. Даже, ну, учитывая то, что тут более такие попсовые танцевальные темы, все равно в его стиле. Биты, конечно, вообще топчик. Фу-фу.
такой олдскульчик, типа. Неплохо. Да, если так задуматься, вообще, конечно, серьезная тема. Я так понял, тут еще какая-то концепция, типа, есть. Вот началось все с погони, и вот на протяжении всего альбома за ними гонится, этот план перехват идет. Интересно. Неплохо. Колхозник уделывает хейтеров. Мемчик. Окей. Слушайте, ну тут можно было бы прям снять короткометражный фильм, я думаю, по этому альбому. Было бы клево. Я знаю то, что есть у него видосы какие-то, но я их потом отдельно посмотрю. Но было бы круто, если бы была цельная такая работа, короткометражный фильм. Такая более лайтовая тема, ну то есть особо что-то она меня как-то не зацепила. Но мне кажется, тут есть все равно какая-то связь по-любому вообще совсем. Тоже неплохая работа. Блин, красивая музыка вообще. Очень нравится мне музыкальное сопровождение и тексты, но, короче, ага. Сейчас заслушаем и я скажу, что думаю. Так, круг без конца. Вот этот флоу мне больше нравится у него. Это читка. Так, ну и план перехват 2. Так, ну неплохо. Что можно сказать о пластинке? Неплохая, да, я даже скажу, хорошая работа. Вроде бы это тот самый «Много знал», но в новом звучании, таком более попсовом, таком каком-то танцевальном, в общем, я уже, ну, говорил, повторюсь. И это никак не отталкивает, это все равно тот же «Много знал», и это круто, круто то, что... мне кажется, он, ну, никак не изменяет себя. Тут очень много было
посылов слушателям, типа вот даже в одной треке какая, а, «Ветра», то, что одни хотят этого, другие того, я тоже, может, отношусь к какому-то, какой-то категории слушателей, но мне кажется, не надо было так прям заострять внимание на этом, на всех, ну, во многих песнях, но с другой стороны, я понимаю то, что его могли спокойно достать этим. Да я даже, ну, нет, я вряд ли понимаю, мне кажется, его вообще конкретно заваливали, всем заваливали всякими сообщениями подобными и так далее. И, видимо, ну, конкретно достали. В альбоме очень много интересных метафор, отсылок каких-то на прошлые его работы и так далее. Тут, короче, ну, надо сидеть, разбираться, слушать. Но сама концепция мне показалась интересной. Очень прикольно было слушать. И я бы хотел разбор посмотреть на это, чтобы самому, конечно, не копаться. Ну, прям конкретный разбор, интересный, чтобы посмотрели, они так оценили, типа, музыку и флоу там у него где-то. Но, как всегда, отмечу, конечно, я сам, что мне нравится, как он играет с вокалом, и мне нравится его флоу. Ну, я уже сказал, какой именно вот где читка. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, не такая. Именно где читка, в общем. Все, я думаю, что еще сказать. Альбом, я послушаю его еще. Не знаю, конечно, попадет ли ко мне в плейлист он, но однозначно еще раз прогоню в наушниках. Пишите ваши впечатления после прослушивания этой пластинки. Че, как вам вообще, что думаете? Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.